Церемония прощания заслуженным артистом России Валерием Бунякиным состоится в пятницу 5 июня на площади у Магаданского музыкально-драматического театра. Гражданская панихида начнется в 12 часов. Валерий Васильевич ушел из жизни 31 мая после тяжелой болезни. Ему был 71 год. Ведущий мастер сцены, наставник и образец для своих молодых коллег, виртуоз сценического перевоплощения, теплой органичной интонации, отточенного жеста, великолепный партнер, обладатель редкого драматического и комедийного дарования, безгранично обаятельный, скромный, интеллигентный человек, оптимист и жизнелюб. Так говорят про Валерия Васильевича коллеги, ценители искусства и поклонники его творчества. В адрес руководства Магаданского театра поступили многочисленные соболезнования коллег. Коллектив городского телеканала выражает соболезнования семье и коллегам Валерия Васильевича Бунякина.